Более 20 лет на страже правопорядка. В Каспийске отметили годовщину со дня образования отряда ОМОН «Скорпион Каспий». Ему 23 года. Поздравить сотрудников пришли руководители управления Росгвардии и ветераны службы. Они отметили, бойцы отряда достойно справляются с поставленными задачами. Благодаря им жители нашей республики и страны в целом могут спать спокойно. Отличившихся сотрудников наградили подарками. Минуты молчания почтили память погибших бойцов ОМОН. Также возложили цветы к мемориалу павшим воинам правопорядка. Задачу нам приходится выполнять и по сей день. Ни одного плохого слова от руководства в районе военных специальных операций никогда не звучало.